Можно. Сейчас? Ну, это, наверное, как-то потом организовано. Можно еще вопрос? Да. А вы довольны, что сборная дошла до 1/8 финала? Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, нет. Народу доставили удовольствие, что так далеко продвинулись, а ну, как спортсмены все-таки, кубок один, его надо уловить. Надо спортсмены. Вот здесь есть, конечно, огорчение. Ну, как говорится, есть к чему стремиться. А сколько здесь команд? Это все Калининградские. Две калининградские, две из муниципальных образований Калининградской области. Из Мамоновского городского округа, правда. Они из Мамоновского города? Это мастер-классы, серия мастер-классов. Я понимаю, вот против кого они играют? Друг против друга, первый Калининградской области. То есть они как бы соперники, но в итоге держи найфер, получил палку. Мы в любом случае всех. Балтика. Это на региональном уровне. Подождите, а подождите, на уровне. Балтика. Ну что, люди же пора, Балтика, футбольный клуб Балтика, да? Ну, естественно. Просто люди могут Балтика пиво понять. Вы понимаете, поэтому как-то футбольный клуб Балтика. Вот, пожалуйста, молодой парень, который. Такой же, это не молодой же. Все возможно, ребят, просто к этому надо стремиться и целенаправленно готовиться. Главное, чтобы были возможности, талант от природы какие-то вещи, ну, естественно, удача.